Как сообщила пресс-служба ГИБДД Почувашии, в течение дня произошли 88 серьезных ДТП с материальным ущербом. Мелким авариям просто нет счета. К счастью, отмечают в ГИБДД, все ДТП без пострадавших. Отменены многие автобусные и междугородние рейсы. Аэропорт Чебоксар сегодня весь день был закрыт в связи с погодными условиями. Аэрогавань не в состоянии принимать воздушные суда. Сильный боковой ветер, низкая облачность и видимость до 90 метров. Утренний рейс «Ютейр» улетел в штат. Режиме. Дневной рейс из Шереметьево перенесен. Возможно, будут перенесены и вечерние рейсы из столицы России. В уборке взлетно-посадочной полосы задействована вся уборочная техника. 117 автобусных междугородних рейсов и 52 по республике, которые отправляются с центрального автовокзала, также не состоялись. На федеральной трассе М7 задействованы 68 единиц техники. Для подсыпки дорог заготовлено 900 тонн антигололедных материалов, и их используют в увеличенном объеме.